Зима – самое травмоопасное время года. Переломы и ушибы можно получить на ровном месте. Жители Кокшетау возмущены и каждый раз задаются вопросом – ушиб или перелом? Это несчастный случай или вина коммунальщиков? Это уже не первый год, вот я наблюдаю, что у нас тротуары. Проехал трактор, посыпал песком, гололед. Ну, хорошо, все. На следующее утро проехал другая техника, этот песок весь смела. А гололед как был и остался. Для чего они так делают, я всегда вот не пойму. Ну, тут же мусора большого зимой нет. Летом там понятно, что там пух летит, там что-то еще. А здесь на рынке они вообще никогда не посыпают. На рынке всегда очень скользко. Вот я прям вот так вот вперед поехала, и тут растянула, колено ударила. Да, вот 2 недели дома отлеживалась. Было совсем недавно. Вот сейчас немножко еще на это колено хромаю. Ну вот никогда ни зимой не почистят, ни вот сейчас. Ну вот там частник почистил, а здесь чтобы, здесь нет частника. И вот идем на магазин, вот еле-еле. А потом у нас спина болит, мы же старенькие. В администрации города нам пояснили, что очистка тротуаров и отсыпь инертных материалов в компетенции управляющих компаний. Проводим обработку на рынке. Это внутренняя территория, это принадлежит Ардалык Базар. По Горького, Основка, рынок завтра обработают, повторно обработают. Пока тротуары, к примеру, в районе центрального рынка не отсыпаны инертным материалом. Сегодня выпал снег, а значит, вероятности падения стало еще больше. Камша Атакишева, Азамат Бикмагамбетов, Жамбыл Балтаев, Кокшакпарат.